Пам-пам, я снова тут, все. Теперь должно быть все гладко. Перезагрузил стрим. И надеюсь, проблем больше не возникнет. Кнайф вроде выиграли команда Джал. Ну или гоп-стоп, что логично, либо те, либо другие. Я на этом не зацикливался, потому что разбирался с эксплитом. Ну, суть в том, что Джалы начнут в атаке. Так, все-таки я больше всего озабочен тем, чтобы не было никаких подвесонов на стриме. Чтобы было все ого-го как четко. Ну, вроде ровно. Ну, ровно и ровно. Оно и хорошо. Оно и к лучшему. Все, рестарт и лайф. Ребята оседлали коней и готовы вступить в отчаянную схватку. Кстати, обращаю ваше внимание, то, что карта Тускан у меня вообще зверски профичена. Модельки игроков, вот, кружки отображаются вообще, вот, идеальный круг ровный. Никаких проблем. И подозреваю я, у меня возникает подозрение, что это фаст-атака. Фаст-коты от жалоб состоят врасплох они. Спирта! Он сразу отлетел. Стреляют еще с одним игроком тут в тупом. Отлетел болта. Какая отдача от гупстопов, фанта. Просто не сумели вообще хоть что-то должного сопротивления оказать, чтобы хоть что-то предпринять достойное, чтобы остановить натиск нападения. И вот так вот все очень быстро решилось. И даже бомбу успели поставить. Еще раз зайду на стрим. Проверю картинку. Ну ладно, нормально. Ладно, смотрим дальше. Берут диглы некоторые из гоп-стопов. Но нападение примерно повторка. Да, повторка, это опять фаскоты. Тут неподалеку спирт тусуется. Ну, сейчас они по-быстренькому должны, наверное, отлететь. Я так понимаю. По логике вещей. Бомба уже снова на С на 4 хп, но все-таки живой. Он на котах. Ну да, опасная позиция. То есть, по идее, отсюда нужно сейчас куда-нибудь бежать в сторону респы своей. Чтобы все-таки когда засейвиться. Ставить оружие. Оно еще. Ой, как пригодится ему. Так, ну все-таки убивают, разменивают Семена. Так, всех убили. 2-0, Джала впереди. Два раза ставили бомбу, делик. Немерено. Их даже и считать не надо. Ну, экшен протекшн просто с самого начала. Ух какой. Два раза подряд. Два раза подряд коты. Хорошо. Смотрим за продолжением. Еще разок сольются гоп-стопы. И неужели нападение? Опять коты! Ай, не угадывают. Черт, а болтак, походу, слепой, не заметил Акимова. Ом, не угадали. Провал. Пока не сложилось, что гоп-стопов. Начало вообще никудышное. И спред Экси! Спину Семена завалил, уложил. Сравнял с землей 3-0. Впереди Джалы, первые девайсы. Смотрим за ними и за баем от команды GobStop. Так. Вижу. Что я вижу? Вижу то же самое, что и вы. 3М-ки это как минимум. Да, 3М-ки, АВП у болтак. И похоже, что АВП у спирта. Это фастбэк. Как все-таки разводят игроков защиты. Вот именно фаст-атаками застают врасплох. Ой-ой-ой, тут в аду очень удачно. ЗПП прожимает все нападение. Не оставляем ни малейшего шанса. Но действительно, зажим был хорош. Последняя эсла. 1 в 2. У него есть хаешка. Отпускает ее. На префайре вылетал, по-моему. Ну, спирт вообще ничего не боясь, просто бежал. Просто вот бежал. У ЗПП оставляется 12 хп после безумного рандома в стену. Этот спрей помог Джалу добыть и 4-е очко, свою копилку. Какое начало, просто безудержные Джалы. Да. Вот это да. Ну вот сейчас взяли диглы, то есть все-таки раунд в стиле еще побоимся. Будет такой. Ну, то есть, потому что если 6-0 пойдет, там 7-0, это уже совсем критично. И все-таки вот сейчас они еще надеются оказать какое-то сопротивление. Вновь через мидл врываются, и скоты очень быстро. За счет своей скорости, молниеносности перемещений.
Они... Фух. Даже не знаю, что посоветовать гоп-стопам. Что я могу посоветовать? Такой силе противостоять будет сложно, пускай сами придумывают. Я не хочу эту тему голову ломать. Пока безнадежно смотрится. Вторые девайсы. В прошлом девайсе в раунде, по-моему, закупали два АВП. То есть был... Ой-ой, был бинокль у спирта и еще у болтака. А теперь Семен выбирает, берет скорострелку. Это, по-моему, что-то вообще непонятное. Вообще, по идее, в серьезных финалах скорострелкам не место. Какой все-таки действительно отличный ХНС демонстрируют команды. Отстреливают. Хастера, бомба падает. Минус 2 от болтака. Он очень удачно принимает. Принимает-то коты, да, а вот помощи с медла нету. Вот только она подоспела. Убирают ран... Нет, это спирт убил Эслу, и 2 хп остается в Эксе. Как он не взрывается? А, он поближе к котам. Ну, тут нужно точно в голову сейчас запилить, точно в жбан. Пропечатать пулю первым, а потом против АВП. В принципе, вот игроки гоп-стопа сейчас чисто не в курсе, сколько хп у соперника. И то есть, если сейчас капитулирует вармашина, ну что теперь уж вряд ли, потому что он встал в позицию. Да, теперь уж вряд ли. Но если бы он был убит, там действительно АВП уже было бы вмешательство. Ой-ой, но тем не менее три патрона мимо пустил. Если бы как-то вовремя сориентировался, среагировал. Последний из джалов мог даже и рандомом так плюшечку такую залепить в лобешник. Но, тем не менее, имеем, что имеем. Первое очко гоп-стопы набирают. И сейчас, я уверен, понесется да помчится душа в рай у гоп-стопов. Они любят взвинчивать темп по ходу игры. Так, Эсла на большой комнате. Акимов к нему же. Большой-большой зал, просторный, устремляется. Там поджим зигзага и банана. Дождались фарш-машину. Ну, Семену, да, ничего не остается, как просто отходить. В меньшинстве защита. Ну что же они так, а? Так, ну, сейчас перестрелка массовая на медле ведется. ЗВП одного выцепляет, уравнивает шансы. Будут 4 на 4 разыгрывать, идет на чек большого квадрата. Болтак сдает врасплох Акимова, который просто спиной двигался. Движение спиной, это круто. А нападение уже вышло на Б, забирают Семена, который что-то как-то пропустил. Атаку очень просто. Все, наверное, на шифтах там, на корточках пробрались. Он не заметил даже. 3 в 3! Пытаются все-таки, я думаю, отбить точку. Врыв от ЗПП в одного не увенчался успехом. Мы последний с болтак. Болтакс! Банана. Справился только с чувством. 6 очко набирают джал. Пока не уверена впереди. Такой, они так играют вот сейчас? То есть, как будто так и должно быть. Вот в их понимании другого не дано. Все идет понакатно, все так как планировалось. Все, этим планам помешать никто не сможет. Гоп-стоп, это кто такие? Вот у меня такое ощущение возникает. Вроде на их игру сразу убирают ЗВП на котах. Вот под флешку врывается. Болтак-то, похоже, он и сам себя зафлешил. О, мы всех разобрали. Так, 5 секунд. С поражением я говорил, что будет ужасно, если будет счет 7-0, но куда не менее ужаснее, 7-1 счет тоже, в принципе, не шоколадка. И даже, не знаю, не леденец. Что-то нужно предпринимать, что-то как-то решать. Просто нужно, ну, действительно, сразу атаку останавливать, стараться атак, то есть флешками отгонять первый шквал атаки, первый натиск нападения. Его останавливать. Тут спирт пока удачно поднимает коты. АВП работает безупречно. Вот чувс. И тут на него уже с диглом выходит болтак. Ну вот, вот что-то есть. Что-то все-таки есть еще. 7-2. Так, по раунду немножко вот все-таки шашками, но... Вот если гоп-стопы берут раунд, то они берут его просто жестко уверенно. То есть тут не возникает никаких сомнений, то что они впереди. А если они его проигрывают, то они его проигрывают полностью вообще бездарно. Вот такая вот, такой вот парадокс. Так, что это мы видим? Часть игроков Java что-то захалдила. Такого еще не было, между прочим. Чувствовал, ворвался в клад, просто снес двоих, там уже с перемычки Эсла зашел.
Последний спирт, одного отстрелил, видит еще соперника на медле. Но тут уже тяжело, фаздумом его убивать. Сейчас, наверное, уже не будет рисковать или будет. Пытается прошить, вот они вдвоем входят, а там, по-моему, бомба упала. Пытается на него ворваться, конечно, логично, чтобы сейчас спирту было отойти. Вот он, злополучный даблдак, злополучный для спирта. Потому что чуть просто выпил, ему попало в ногу. И не привело это в итоге к смерти. 8-2. Просто... Счастье полные штаны. Давайте пробежимся по статистике. Ну вот у всех отрицательные у гопстопов, так что мы даже бежать легкой пробежки не получится. Фаст Б! Залетают. Дигл не реализуется. Но вот только спирт поставил один головошот. Болтак с люльки разменял Эску. Ну а где его товарищ? Товарищ за ПП где-то гуляет в малом. Он слышит своего оппонента, вы посмотрите, какая ситуация, и врывается на ВП, ставит головошот. Уничтожил Акимова. 2-2, но выбивать плант уже, наверное, не получится. Нету дефьюзов, и тут тяжко будет. Тяжко! Сваливается на голову, словно снег посередине лета. Такое невозможно, тем не менее, убивает еще одного, дефьюзов нету. Да, и дефьюза вообще ни у кого нету. Но это было эко. Это было эко, то есть брали диглы, хватало максимум. То есть нечто подобное мы видели с вами на Дасте втором, когда там одна из команд просто постоянно не успевала по таймингу раздефьюзить бомбу. Не постоянно, там раунда 3 такое случалось. 9-2, если так будет продолжаться. Гопстопы просто... не знаю... могут оказаться настолько раздавленными и подавленными. Фух. Ну и фаскоты. По сути, ни одной медленной какой-то разыгрывающей атаки мы не видели от этих ребят. Это просто фантастический экшен. Они врываются то и дело на А, на Б, чередуя точки. Но вот АВП вроде как в деле. Принимают коты. Очень удачно за ВП на подстраховке. Экси с Акимовым ласт, они с медла, Экси пускают на размен, последний Акимов, 1-3. Калаш, МК, ВП, на любой вкус, налетай, но с ним справляется первый же девайс, New Device. Фарш машина. Одолел последнего, третье очко за ребятами из Гопстоп. Да, пока что совсем не по-гопстопски они смотрятся на самом деле. Может, Тускан не в карту, может, в этом весь секрет, загадка. Готовили мираж, тут раз гоп-стоп, ой, Тускан, как так? Не ожидали. Фаст Б, вновь, где-то мы это уже видели, где-то мы видели от них фаст атаку, вам не кажется? Такого эко есть диглы, сейчас постараются со всех сторон окружать своего соперника. Но вовремя, конечно, сориентировался Семен, отошел, еще один минус дал, но потом уже тяжко пришлось, тут спину просто залетает, Экси два минуса дает. 2-3, бомба стоит, на поставленной бомбе тяжело сейчас защитим, может быть, и будет выбить точку, но Акимов вот ставит один хедшот в планте, вот я говорю, тяжело будет, потому что бомба поставлена. Прежним с глоком остается в руках, и он просто прыгает, я не знаю, как космонавт какой-то летает по планту Б. И убивает и последнего. Дефьюзы есть, это четвертое очко за гопстопами. Ну вот, хоть чем-то порадовали. То я уже думал, что не судьба этот раунд себе отложить. Ну, давно пора гопстопам проснуться и нанести на какой-то уже контрудар. И вот этот контрудар, я думаю, чтобы в дальнейшем как-то быть более уверенным. Ну, в будущем, чтобы будущее было более безоблачным, я имею в виду вторую сторону. Тут нужно как-то вот именно жестко, жестко наказать своего соперника. Вот в этих последних двух раундах. Мало того, чтобы взять, но еще и как-то морально поддавить. Так, смотрим, вновь. И вновь атакуют в 3. На котах видим. Готовится катарастик, один на медле. Будет выходить Эсла. И Экси уже вообще в спину проходит. Ой-ой-ой, двигается в респу. Ну, неужели хочет резать? И просто двоих. Да, дождался удобного случая. Убил двоих, чтобы как тут за ПП подскочил. 2-1, еле выживает. Чуз, 9 хп у парня. И тут подсадка, ой, зловещая подсадка. Семен, ну должен прочитать сейчас игру. Должен понять, что возможно подсадка.
Вот он отходит, все-таки опасается, то, что нападение может... Времени достаточно, то есть ждать соперника можно хоть откуда. Ну, они тут закрепляются на и такие позиции, что... Мой прогноз, что сейчас с разменом просто его будет, именно с разменом. Смотрим. Пытается прошить, но не попадает. Оп-оп-оп, вновь даже без размена. Вот так вот получается. Тюз с 9 хп. Выскочил. И убил. 10-4, последний раунд. Середина близка. Да, обещал я жаркий-жаркий финал. Прям как в Сахаре. Плюс 50. Не получается. Морозяка пока что такая. Ну, скачки температуры иногда случаются, гоп-стопы, когда схватятся. Берутся за ум, когда гоп-стопы. Но это происходит достаточно редко. Выход ноготы, ЗВП одного убил, пытается его нашить. ЗВП минус 2, его кое-как разменяли. Двое девайсами, АВП и ФАМАС, ФАМАС уже умирает. Последний вообще отрезан очень далеко на Б. Он до последнего ждал информации, то что бомба именно там. 100% именно на А. Ну вот теперь это дождался. Да, пока. Даже не за что, как бы, так сказать, оттолкнуться. Ну вот один фаздум есть. Мне надевается, нету дефьюза, поэтому нужно быстро предпринимать какое-то действие, убирать еще одного соперника, развод на дефьюз. Раз, двойной развод на дефьюз, Экси. Экси заходит через центр. Вот такого-то спирт никак не подозревал. Хоть откуда ждал, хоть с любых там специфических событий, позиций каких-то, да, со скрипа, с котов, ну, чтобы через центр обошел, ну, это вообще непредсказуемое. 11-4. Провал. Это провал. Ужас просто. Включаю я вам опять этого человечка, потому что это действительно, это провал. Ну, как так можно было завершить первую половину за защиту на Тускане? О май гад, я даже сам берусь за голову. Ну, смотрим дальше. Смотрим, что в атаке они сделают. Тоже фаст атаку. Неужели примерно ту же попытку, а там трое? Нет, не фаст. То есть аккуратно подходят, чекают все-таки. Тут уже более аккуратная игра проглядывается у этих ребят. Там такая тройная засада в планте. Это что? О, да вы посмотрите, что они выдумывают. Такого я еще не видел. Двое будут выходить со скрипа. Я им сочувствую. Я сочувствую гоп-стопом. Давай, откуда давайте откуда получше ракурс взять, не знаю. Вот так смотрим. Ой. Ой-ой-ой, вот они выходят, сами себя зафлешили. И сейчас все начнется. Сейчас-то все и начнется. Просто отлетают один за другим. Это башня, это тауэр просто нерушим. Сокрушили всю атаку. Сами остались стоять в позиции, так и с той точки, похоже, 7-5. Да, бьют. Все, получи, распишись, ЗБП. Впечатали его в стену. Ну вот. Фух. Действительно, какие-то невероятные вещи придумывают, уже что-то фантазируют, и действительно это дает свой результат. Это поразительно. Залетают в малый, там такая гуща красных. Тем не менее, запилили Эслу, который теряет свой девайс. 4 в 4. И, кстати, диглы у ребят гоп-стоп. Если они действительно брали волевуху, типа арморы, гранаты, то, глядишь, что-нибудь да продуктивное вылезет. Экси справляется с ПП. Вот так вот Юс переборол дигл. Смотрим, где нападение. Оно перетягивается потихоньку на миду. Планты теперь в засаде. Сидит... Кто это? Хаттерс. Нападение очень медленно, и в принципе оно будет читаемо. Если кто-нибудь из джалов сейчас решится на чек квадрата, на чек банана точнее, то представление атаки уже будет. Но они стоят в позициях на Б. Не собираются перемещаться, а тут каким ультра, просто ультра лязером. Это такой комарик небольшой, комар. Сейчас будет щипать, просто щипать и кусать во все, вообще такие, во все деликатные места. Ну, Хаттерс... Вот он тот, открытый наплат, первого убирает, минус, но второго не прожал. 4 хп остается у Балтака, он на волоске от жизни. От смерти, точнее, на волоске от жизни. На волоске от смерти, бомба ставится. Посмотрим, как будет отбиваться Семен Сэмка, и первого прожал, 79 хп еще осталось, он живуч, ой-ой-ой, как.
Смотрим тут на размен, сейчас Батак будет выходить. Ой, как зря, Тима там убирает, но на размен выходит Акимов очень вовремя. И это 12 очко за джалами. А представляете, если Батак сейчас не вышел? То есть все-таки у кого-то... Все-таки кто-нибудь из джалов бы точно психанул и влетел в плант, сломя голову. И тут-то тут Балдак. Ой, Балтак. Спину бы убил одного, и там уже последний игрок из джалов, он бы просто растерялся. Что соперник с двух сторон. Ну вот тут уже, наверное, может быть, и немножко нервы играют свою роль. Просто такого сопротивления Гурстопы вот реально не ожидали. Это я вам говорю. Эсла вот просто выходит, знаете. Как такой вот силе можно противостоять, когда вот он входит и ваншотом вот так дринк, тебя нету, как по гитаре. По стрункам так дринк, музыкант, и все. Только остается теперь наблюдать за тиммейтами. Тем не менее, разменивают Теслу, но там нахейл спирта очень даже неплохо, у которого 25 хп стоял, осталось. Так, что там атака это творит? Тем временем. Двое на котах, умирает. Болтак пытается выйти ему фаст на размен. Фарт-машина попадает просто в мясорубку от Чуза. И спирт в итоге последний. И до него добралась. Длиннющая рука Акимова. Что я могу в этой ситуации сделать? Что, дорогие друзья, только вот это. Как? Как? Ну как это возможно? Просто тут никакой серьезности вообще соблюдать я не могу. Потому что это не похоже на финал. Я действительно ожидал настоящей зарубы. Просто мужской. Там овертаймов. Просто рассчитывал процентов 80. Я вот в моем понимании было чисто, что будут овертаймы. Ну, наверное, гопстопы просто недооценили силы соперника. Не буду скрывать, я их предупреждал. Я с ними говорил. И знаю этих ребят достаточно плотно. И по другим проектам, по их выступлениям именно я их комментировал, было дело. То есть общался с ними, но вот все равно они как-то вот наплевательски что ли подошли. Потому что, ну вот, с первых раундов было видно, то что они не были готовы именно к агрессивной игре от оппонента. Не готовились они. Они думали, это финал тут. Их соперники будут придавать огромную роль именно тактики, стратегии, чтобы как-то пересидеть соперника. Вот. А те вообще потрясающе просто действовали. Врывались в зоны. Сносили все на своем пути. Все мыслимое и немыслимое. Все живое и неодушевленное. Так, ну вроде вот открыл первый open фраг сделал кто-то из гопстопов. Но потом все. Вот опять сложилось так, что гопстоп в меньшинстве. Сейчас еще из БП уберут на зигзаге. Так, а почему он еще живой? Вообще проходит на длинный. В итоге обходит всю оборону, просто обходит. И сейчас нужно, наверное, болт такой ждать. Просто ждать. Вот набирает Акимова. Акимова шары на лоб. Как так могло произойти? Я обошел. Но чувствует вовремя. Отходит и забирает. Нерасторопное действие от ЗПП. И, возможно, это последний раунд в этом... Как я обещал в гранд-финале. Ё-моё, вся ответственность на Болтака падает. 49 хп, 30 секунд. Тем не менее, все еще бомба на руках. Бомба падает. Точнее, Болтак падает. Вместе с ним и бомба спадает с его плеч. И жестоко разочарованные гопстопы покидают сервер. Ладно, поздравляем джалов, которые берут чемпионство на 36-м фасткапе на FastGame.ru. Удачи ему в дальнейшем, пожелаем. И вам всем, дорогие друзья, тоже всего наилучшего. И играйте в КС. Всем пока, с вами был Артур Рокс. До новых встреч в Counter-Strike.